Всем привет, ребят! Гильдия Трахозавры ищет свои ряды активных игроков, донатных, бездонатных, но лучше, конечно, донатных. Атака фортов 20.00, вступление от 150к силы. Глухие заявки не принимают, заявки писать, по поводу заявок писать в телегу. Собачка Скакотик или Собачка Казино Рояль. Кидайте заявочки, вступайте, гильдия очень активная, дружная. В общем, все в ваших руках. Ну, а нас сегодня аккаунт Антона, и у нас будет роллинг. Как вы видите, аккаунт непростой, аккаунт донатный, 400 тысяч силы. Честно скажу, на аккаунте много имбовых героев, прокачек. Сейчас будем это все разбирать, смотреть и ролить. Нам нужна сегодня, как обычно, мохнатка, один недостающий герой на аккаунте. Так, ну что, слабонервные, не смотрите. Поехали. Паладин. Ну такое. Маг духа есть. Ниндзик, как у меня. Только у меня уже докачанный. Суккуб, как видите, у него все герои практически есть. То есть он не заморачивается там, я так понял, которых он использует, не использует. Рыцарь. Друид топовый. Бог грома еще не докачанный. Смерть. Атлант. Кстати, не вижу очень много скинов. Не знаю, почему он скины не активирует, не скупает. Фараон с богом войны. Так, Артешка. Бульдозер вот такой вот. Да, аккаунт, видимо, либо очень молодой, потому что, смотрю, не очень много прокачек. Героев хватает, но таланты не докачаны. Очень странно. Так. Топовая химка. Интересная разруха. Гарпия хорошая. Кенди. Топовый укротитель, но еще не максимальный. Не докачал он его в судьбе. Видимо, кулаков не хватает. Так, Леди Лео отлично. Отлично, отлично. Я буду быстрее ускоряться, потому что уже хочу поролить. Тесса пойдет. Вот топовый бигфутик 12-й. Заклинательница отличная. Седна. В общем, есть на что посмотреть, есть что потестировать. Вот такое вот решение. Огненка. Ну вот пошли уже имбовые герои. Крыл. Еще один вот такой вот даже. Здоровье плюс уменьшение урона. Асура топовый. Отлично, отлично. Ну, как видите, здесь... Да, не хватает ему только кулаков, наверное, и скорее всего... Просветиков, чтобы поднять силу в топ. Так, Дрейк, отлично. Ведьма на архидемона. Ну, в общем, все по высшему разряду. Все, что для комфортной игры у него есть. Так, отлично. Ну, и ремочки. Анубис с БВшкой. Ронин. В общем, все, что вы... привыкли увидеть, у меня здесь тоже есть. Да, интересные, интересные сборочки. Будем тестировать в дальнейшем этот аккаунт. В общем, вот так вот. Райка. Пошли герои еще с первой эволюцией. Тоже хватает. Так, какой Анубис. Бастион, Огнен, Коронин. И гарнизон, конечно, даже есть. То, чего нету у меня. В общем, вот так вот. Ну, что, поехали. К сожалению, акции у нас сегодня нет. Будем ролить так. Будем сливать все в ноль, если не получится. Нам нужен один герой. Бабуля. Ну, давайте еще посмотрим, что у него по ресурсам. Не хватает у него ресурсов, понятно. Ну что, поехали. Нужна бабуля. Бульдозер. Хорошее начало уже. Седна сразу же упала. Ничего себе. Суккуб. Капитан Дрейк. Купидон Фараон. Тыковка. Имка. Так, Хранитель. Опять Химка. Ара. Атлантик, Варлок,
Ну, неплохо, неплохо. Легенды падают. Хранитель. Напишите потом в комментах, кто будет считать, сколько их. Что там у нас по легендам получилось. Так, душек. Отлично. Ему, в принципе, и повторки, я так понял, нужны. У него какашек не хватает. Есть еще герои. Так, ну давай, рандом. Тут можно ускоряться по 450. Дракос. Суккуб. Идем в рейд, сбегаем. А то что-то как-то... Не как-то. Ну, прикольно. Прикольные у него, конечно, прокачки есть интересные. Хочется потестить такие герои потом. Так, поехали. Поехали дальше ролить. Тесса, паладин, леди Лео, друид, бульдозер. Ну, блядь, что я могу сказать? Мы ее, конечно, пропустили, но, блядь, поздравляю. Что там у нас было? 189 за 40 тысяч самоцветов, Антон. Поздравляю тебя, поздравляю. Трахозавров. Это было эпично, ребят. Я думал, мы потратим полностью все, но мы не потратили все. Поэтому мы сейчас пойдем ее качать. Хоть как-то прокачаем, я не знаю, сейчас посмотрю, что у него по книгах. Ну, а, ну все, отлично. Ну что, поздравляю. Теперь у вас плюс один имбовый герой. Вот так вот это, видите, я что-то нажал, поспешил, как обычно. Ну что, бабулька у тебя есть на аккаунте, поздравляю. В принципе, все как обычно, админ панель решает, ребят. Кидайте заявочки, только, пожалуйста, если вы кидаете заявочки, там, хотя бы от 40 тысяч под колю, потому что очень много приходит заявок по 10, 15, 20 тысяч. Я, ребят, там куча спама, я не успеваю просто всем порулить. У меня чисто физически не хватает времени раздавать всем имбо-героев. Так, ну что, вот такая вот у нас героиня, поехали. Поехали качать бабульку. Так, давайте откроем сундуки замка. Не знаю, что у них копит. Вот, огонь просто. То, что нам надо. Кулачки. Еще одно это. В общем, поехали. Какашек у него, конечно, не особо много. Да, и у него на талант. Ну, сейчас попробуем. На эволюцию в любом случае нам должно хватить. Так. Поехали. Паролим талантик. Возможно, у нас сейчас будет какой-то просветик. Давайте коробочки. Бастион. Блин, ну такое, честно говоря. Я тестировал с бастом. Не особо хочется и баст ставить. Давайте посмотрим, что у него по героям есть. Кому можно там будет что-то подшаманить. Рея с бастом есть. Так, давайте так, там где скины у него в основном уже идут. Будем отсюда двигаться и смотреть. Так, баст есть. Дракон такой вот. Капитану Дрейку, кстати, можно. А, вот, ну, такое себе, конечно, но тут баст тоже. Так. Сейчас подумаем. Бог войны грубой. Вот, кстати, сюда малышник. Вариант на баст. Потому что балашка и грубая одновременно ему нафиг не нужны. Так, не то. Бог войны, ремка. Тут баст уже стоит. Рино. Кстати, вариант Рино. Ремка нафиг не нужна. Атакующего плана тоже, в принципе, неплохо будет. Фрэнки. Вот на Фрэнки, кстати, можно.
Или, ну тут, конечно, воодушевление. А, есть у него вторая. Бог войны. Блин, как-то так непонятно все. Тут с Бастом есть. Ну, Баста и ставить неохота. Так. Давайте на Рину поставим. Тут ремка нафиг не нужна, с Бастом пусть будет. Так, ну что, поехали дальше. Трешивать. Просвет бы неплохо. Может, у него есть... Оу, разбросик. Вот, кстати, разбросик у меня с разбросом есть сейчас. Неплохо смотрится. Так. Давайте поставим сейчас разброс пока. А, нет. Ищем ведьму. Разбросик мы поставим ей. Тебе, конечно, тут стойкость нафиг не нужна, но вот на архидемона сейчас разброс, пока ты рунами соберешь, я сделаю вот так вот. Почему ты посмотришь видео, или я скину, потом покажу на архидемона. Так, окей, поехали дальше. Ну, это огонь, это судьба, ребят. Так, приговор. Ну, я думаю, у него тут допы все с талантиками. Блин, конечно, жалко. Так, берс. Ну, четверочка не то. Вот давайте рвение поставим. На одну клетку заодно посмотрим. Так. Блин, четверка. Ну, жалко, не пятерка. Так, замедление не то. Оу, есть. Отлично. Так, ну первоначально я ему ее качну за книжечки и сделаю ему агментацию сразу же. И паролем чары. Так. Ну, это, ребята, это будет уже второй видосик, потому что я не хочу вам растягивать это удовольствие, многие бомбят, поэтому мы сделаем два видео. Самое основное мы сделали, мы выбили ему героя, поэтому поздравляю. Дальше будет следующая прокачка, будем прокачивать и агментировать этого героя. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, ссылочка на Гнекрыла в описании. Ну, это было имба роллинг, как всегда. Всем удачи, всем пока.